Доброе утро, друзья! Сегодня мы небольшой, хорошей компанией вырвались на одну красивую реку в Харьковской области, на Красный Оскол. Это самый крупный приток Северского Донца. Видите, утро хмуренькое, рыбка гуляет, не очень холодно, вода, правда, зеленая. По непонятным причинам, вроде бы как уже похолодало, но вода все равно цветет. Ловить сегодня в основном будем окуня, будем делать ставку на некрупные приманки до 2 дюймов и такие же веса от грамма до 2,5, в зависимости от глубины и от способа ловли. Окунь в данное время держится в основном мелких заливчиков с небольшой глубиной, желательно, чтобы они были закоряжены. Ближе к обеду, когда потеплеет или выйдет солнышко, рыба должна будет выходить питаться на меляк, на более-менее прогретые участки. Ну, сейчас мы нашли вот примерно такой закоряженный заливчик. Было хорошо видно, коряжки лежат. Идет основная струя. И здесь начинается небольшая обраточка. Ловить я сейчас буду на 2 грамма и на приманочку фирмы Select. Такой вот червячочек. Сейчас будем пробовать. Вот и первый кушок. На падении, в лучших его стилях. Вот такой вот красавчик нас порадовал с первой проводочки. Взял глубоко, на падении. Сейчас красавец полосатый. Сейчас мы его отпустим. Окунь в данное время года активный, жирует, нагуливает на зиму жирок, питается. Чем в данное время питается? В основном ищет мелких ракообразных, молоть белой рыбы. Вот приманочка упала на дно, начинаем активную приманку, проводку. Глубина в данном месте примерно где-то 1-2 метра. Вот была поклевочка. Голодный разбойник. Также в прилове в данном месте может попасться голавлик. Небольшая щучка. Как оно будет дальше, неизвестно. Вот он стянул приманку, активный полосатый. Полосатый, крутого размера, мелкий, но бойкий, приятно ловить такую рыбку, тем более недалеко от города. Ну что, мы подошли на новую точку. Глубина здесь побольше, где-то, наверное, 3,5-4 метра. Очень сильно закоряженная местность. Поэтому поставили мы офсетный крючок с 3 граммами и 2-дюймовую лярву от Фанатика. Сейчас попробуем поймать окушка в этом месте. Он здесь должен быть. Будем анимировать букашку короткими рывочками,
парными, с длинными паузами. Место довольно интересно. Была поклевочка холостая, правда. Почему-то припало у него настроение. Пример. Была поклевка. Полностью сорвал резину. Сейчас попробуем поставить какого-то червячка. В принципе, можно ничего нового не выдумывать. Снова берем тот же самый полярец, с которого мы начинали, такой же расцветки. Деваем его на офсет и пробуем ловить. Проводочку теперь немножко поактивнее сделаем. Денется, как положено, в повторяшке. Правильно засекся за верхнюю губу. Вот красавчик. Тебя снимает. Не может быть. Скажи ты пару слов. Мяу. О сегодняшней рыбалке. Опять рыба. Ну я типа рыболов спасмел. Ну что, осенний день короткий, солнце уже садится к закату, все ниже и ниже опускается, рыба к вечеру перестала ловиться почти совсем, клев пропал, начал капать дождик, было решено собираться потихоньку домой. Какие можно сделать выводы по сегодняшнему дню? С утра рыба была активна, даже очень, каждый второй заброс был реализован, были поклевки, поклевки были злые, приманки... Что по приманкам? Ловили в основном на 1,5-2 дюйма, 2-3 грамма чебурашки. Рыбка ловилась хорошо. Ближе к обеду поднялся ветерок южный. Клев начал потихоньку стихать. Все сильнее, сильнее, сильнее. К вечеру сошел на нет. Вот уже около часа ходим, грубо говоря, ни одной поклевки не было. Что можно еще сказать? Река сама по себе очень красива. Глубокие места, сильно закоряжена, рыбка есть. Приезжайте, ловите, получайте удовольствие и отпускайте рыбу. Ни хвоста, ни чешуи. До встречи.